На Беляевском шоссе в районе села Рождественка асфальтоукладчики, катки, самосвалы и прочая дорожная техника. Сегодня здесь главный фронт работ. Дорожники из Беляевки осваивают новую для себя технологию – укладку так называемого щебеночно-мастичного асфальтобетона. Щебеночно-мастичный асфальтобетон, он разработан еще в Германии. В России у нас он начал применяться последние лет 20, наверное. Адгезионные присадки добавляются в битум и стабилизирующие добавки добавляются, которые увеличивают прочность самого асфальтобетона, долговечность, износостойкость. Замена в асфальтобетонной массе, гальки на щебень и специальные присадки в битум делают покрытие еще и более пластичным и, значит, менее чувствительным к перепадам температур весной и в период зимних оттепелей, когда дороги более всего подвержены разрушению. Так что новый слой асфальта должен прослужить намного дольше предыдущих, выполненных по традиционной технологии. Этих слоев здесь, кстати, три. Качество работ контролирует лаборатория Главного управления дорожного хозяйства области. Это так называемый керноотборник, аппарат для забора проб из готового дорожного полотна. Асфальт сверлится, из него извлекается небольшой цилиндр, изучая который специалисты определяют, соблюдены ли требования при производстве работ, уплотнение, способность противостоять влаге, толщина покрытия. Брак или недоделки видны сразу. Решение в таком случае одно – устранять. Если это как бы единичный случай из общего количества, то это, ну, как бы, то точечно так можно это вырезать и что-то. Но если это на всем участке, то есть фреза дорожная, то есть снимать опять и укладывать по новой. На ранее отремонтированных участках Беляевского шоссе нарушений не выявлено, так что заявленный срок завершения работ, конец октября, будет соблюден. Что касается южного объезда Оренбурга, который соединяется с Беляевской трассой, то он финансируется отдельно, и полное завершение строительства первого пускового участка запланировано на будущий год. Хочу заверить жителей и граждан города Оренбурга, что данный объект мы включили на 2018 год, и по нашим планам у нас должна появиться развязка на въезде в Экодоле, где мы построили новую школу на 1135 мест в этом году, и 1 сентября дети пошли заниматься в школу. А также на этой развязке у нас должен появиться надземный пешеходный переход. И еще несколько цифр. Первый этап проекта «Безопасные и качественные дороги в Оренбургской агломерации», то есть в самом городе и рядом с ним, обошелся областному и федеральному бюджетам в 1 миллиард 250 миллионов рублей. Благодаря выполненным работам процент приведенных в норматив автотрасс достиг половины от их общей протяженности. А главным итогом должно стать снижение аварийности на этих участках более чем на четверть. Виталий Дерябин, Игорь Бероев. Новости дня.